17 тысяч пачек контрабандных сигарет в вагонах с рудой обнаружили пограничники в Волынской области. Сегодня утром во время проверки железнодорожного состава в пункте пропуска Владимир-Волынский в трех вагонах нашли спрятанные ящики с сигаретами и тщательно засыпали рудой. Акцизных марок на пачках не было, состав следовал в Польшу, сигареты изъяты и переданы сотрудникам фискальной службы Украины.